А в ноябрьске при содействии фонда в этом году планируют отремонтировать 7 многоквартирных жилых домов. В общем, на эти цели уйдет около 100 миллионов рублей. При этом средства фонда составят менее четверти от общей суммы. Свыше 60 миллионов перечислит округ, и еще примерно 15 миллионов рублей должны добавить собственники домов. Согласно муниципальной адресной программе капремонта, в перечне работ во всех многоквартирных домах примерно один и тот же. Так планируется утепление фасадов и крыш, ремонт коммуникаций и установка общедомовых счетчиков. Добавлю, в основном в списке заданий участников будущего капремонта 7 домов, в том числе один в микрорайоне Вангапуровский. Еще два адреса находятся в резервном списке.